Юль, зачем нужен акваланг? Акваланг. Ты очень стараешься. Давай спросим у Марины. Марина, зачем нужен акваланг? Акваланг нужен, чтобы плавать под водой. Да, точно. Плавать под водой, точно, молодец. Зачем нужен акваланг? Чтобы плавать под водой. Умница, отлично. Смотри-ка, что я тебе покажу. Зачем нужен акваланг? Совершенно верно. Марин, что нарисовано на картинке? На картинке чистая футболка. На картинке чистая футболка. Какую картинку Марина видела? Да, правильно, на картинке чистая футболка. А это какая футболка? Красная. Верно. А зачем нужен акваланг? Чтобы плавать. Верно. А зачем нужна швейная машинка? Сядь красиво. Давай спросим у Марины. Марина, зачем нужна швейная машина? Швейная машина нужна, чтобы шить вещи. Точно, правильно. Вещи. Да, ты хорошо отвечаешь. А зачем нужна швейная машина? Чтобы сушить вещи. А зачем нужен акваланг? Чтобы плавать под водой. Умница, ты молодец.